Добрый вечер, уважаемые друзья. Здравствуйте. Нам очень приятно, что вы решили сегодняшний вечер провести в нашей компании. Сегодня мы будем играть для вас авторский джаз. На сцене красивые мужчины, которые умеют делать красивые звуки. У нас замечательный звукорежиссер. У нас замечательный режиссер по свету. Это наш любимый клуб. Лучший клуб нашей планеты общий. Наслаждайтесь вечером. Заказывайте вкусные напитки, вкусные закуски. Желаем вам, нам всем хорошего, приятного вечера. Мы еще пообщаемся. Мы начинаем. Первая композиция называется «Silver Detected». Посвящена она величайшему Хорусу Силверу, бенд-лидеру, композитору, пианисту. Приятного вечера. Thank you.
Спасибо, спасибо большое. Тимур Некрасов, тенор, саксофон. Александр Аноев, рояль. Николай Затолочный, бас. Александр Попов, барабаны. Следующая композиция называется у нас «Маска номер 3». Маска, но написана в доковидную эпоху. О, маска номер 5. Извините, я ошибся на 2... Да, на 2 маски. Thank you.
Как настроение? Я буду вам часто объявлять музыкантов. Я хочу, чтобы вы выучили наизусть. Александр Ануев. Клавишные инструменты. Тимур Некрасов. Тенор-саксофон. Александр Попов. Барабаны. Николай Затолочный. Бас. Алексей Белов. На фохе. Фох – это аббревиатура с английского языка. Это front of house. Улица, собственно, дома. На улице, грубо говоря. Алексей Белов. Сейчас мы вам сыграем композицию, которая называется «Зима». Она получилась из упражнения гармонизации восходящего хроматического баса. Как говорит Тимур, это не заразно и даже вполне легально. В общем, кто знаком с теорией музыки, обратите внимание на партию баса. А так, очень нежная, волшебная композиция, в которой соло сыграет Тимур Прекрасный. Композиция называется «Зима». Thank you.
Спасибо вам большое. Вы великолепны. Следующая композиция называется «Да нет, наверное». Ну, в смысле, yes, no, maybe so. Тимур, спасибо, дорогой. Я не знаю, что еще сказать. Продолжаем играть. Пока. Thank you.
тишина. Волшебная тишина. Дамы и господа, как у вас настроение? Как вам кухня от нашего шеф-повара? Мы заканчиваем второе отделение. Первое. Мы сейчас сыграем вам композицию, которая называется «Зимняя песенка». Но что бы я хотел еще добавить? К нам в клуб и на наши концерты ходят замечательные люди, у которых великолепное чувство стиля, чувство прекрасного. Красоту наводят ребята. В общем, у одного из наших сегодняшних слушателей сегодня родилась дочь. Зовут ее Елена Андреевна. Родилась она сегодня в 2 часа дня. Дело в том, что у нас идет трансляция, и эта трансляция записывается. И я хочу обратиться к Елене Андреевне. В будущем, может быть, она посмотрит это выступление в день своего рождения. Елена Андреевна, прости красивой, доброй, умной девочкой, слушайся маму и папу. И все будет очень хорошо. Композиция «Зимняя песенка». Thank you.
Эта композиция была для Елены Андреевны. Дамы и господа, мы уходим на перерыв на небольшой. Отдохните, закажите напитки, закуски. Для вас играл Александр Аноев на рояле, Николай Затолочный, контрабас, Александр Попов, барабаны, Тимур Некрасов, тенор, саксофон. Меня зовут Максим Дуров, Алексей Белов у нас на звуке и Виктор Назаров, режиссер по свету. Увидимся минут через 10-15. Спасибо вам большое.
Здравствуйте, здравствуйте. Второе отделение начинаем. На сцене все те же музыканты. Второе отделение мы начнем с композиции, которая называется Anticipation. Ожидание предвосхищения. Приятного вечера. Thank you.
Тимур Некрасов, тенор-саксофон. Александр Иноев, рояль. Николай Затолочный, контрабас. Александр Попов, барабаны. Сейчас мы для вас сыграем композицию. Ну, одну из моих самых любимых. Она называется «Юпитер-74». Я думаю, вам понравится. Спасибо большое за внимание. Thank you.
Понравился вам Юпитер? Следующая композиция у нас называется «Hopes and Realities». Спасибо большое. Thank you.
Спасибо большое. Сейчас мы вам сыграем балладу. В ней сыграет соло Тимур. Прекрасный. Знаете, Иван был грозный, Петр был первый, а Тимур прекрасный. Композиция называется «Remind Yourself». «Напомни себе». Thank you.
Спасибо вам большое. Нам сегодня очень понравилось играть для вас. Наш концерт подошел к концу. Мы сейчас сыграем последнюю композицию. Она называется «Hubway». «Hubway». Посвящена она Фредди Хаббарду, одному из моих самых любимых трубачей, мой учитель, один из учителей.
Thank you.
Спасибо вам большое. Александр Попов, барабаны. Николай Затолочный, контрабас. Тимур Некрасов, тенор-саксофон. Александр Аноев, клавишные инструменты. Меня зовут Максим Дуров. Сегодня у нас свет делал Виктор Назаров. На фоке нам звук делал Алексей Белов. Приходите в наш клуб уютный, дорогой. Очень будем рады вас видеть. Следующий наш концерт 25 февраля. Приходите, зовите друзей и знакомых. Будем очень рады вам. Нам очень понравилось. Надеюсь, и вы получили удовольствие. Приятного вам вечера. Спасибо большое. До свидания.